Все, я бы купалась на озере. Сейчас иду на продолжение лекции, на прикольную экскурсию. Я попытаюсь вам его снять. Да? Я сейчас на семинаре по пермакультуре. Это очень интересная тема для тех, кто увлекается огородом. Вот, вот такое озерце очень классное. И я очень классно освежилась вообще. Как заново родилась. Такая тепличка. Вон кабачки растут. Редиска я вижу. Помидорчики. Емкость для увлажнения, я так понимаю, или для полива собирается. Да. Потом снимается пленка, и растения, вот кабачки, как раз вот они, или огурцы возле каждой шпалерки растут. Вот они по этой как раз начнут расти. Очень классно. Вот и тут цветочки. Ой, я тоже эти цветочки сажаю. Вот помидоры календула. У меня, кстати, тоже календула с помидором. Редисочка вон такая хорошая растет. Класс. Редисочка, помидорчики. И немножко сорнячку. Класс. Поспела земляника вдоль дороги. Вот дорога. И так ты идешь, и вот этот весь холм, он в землянике весь. Вот этот нагинаешься, смотришь. Вообще класс. Он на уровне Радомира и на моем уровне, до которого Радомир не достанет. Класс. Это рай. Еще маленькая. Гляньте, сколько ее. Да, и у Радомира тут на уровне ниже растут. Еще. Куча бабочек. Мама, я классная. Вот еще целая семейка. Радомир, выбирай самые спелые, они спелые завтра дозреют, может быть. Класс. Вот это счастье. Попалась очень-очень спелая. Класс, пойдем, Радомир. А на речку мы уже не идем, на озеро? Мама, смотри, это палка. Что мне показать, что змея? Мама! Что? Мы тут лазим. Да, ну не надо сейчас тут лазить. Видишь, тут полезная земляничка растет. А если вы полезете, вы ее можете затоптать. Снимаешь? Да, снимаю. Раз. А я тут. Давай. Ну давай. Раз, два. Пошел! Молодец! Ой, он и сам может плавать, Вадик. Молодец, кто тут приплыл? Радомирчик, что? Ну что, тебе понравилось прыгать? Класс! Ку-ку. Кто тут? Кто тут у нас? Что ты делаешь? Ты где, Радомир? Где ты сегодня будешь ночевать? Радомир, расскажи, где ты будешь ночевать? В спальнике? В палатке? Класс. Пока. Под синей стенкой, синий спальник. Пока. Пока. Спокойной ночи. Только не кусача камеру. Почему? Потому что. Тебе нравится в палатке? Угу. Поедем так отдыхать на природе с палаткой. Угу. На много дней так ночевать в палатке. Ага. Хорошо. Привет. Привет. Что ты делаешь? Ешь печенье? Мы забрались в палатку. Примеряемся, будем здесь спать.
меня мягкое место и нет. Да. Как по мне, очень мягко. Да. Очень хорошо. Осторожно, внизу там щелкает. Можно лечь поспать. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.